Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Portable Games Video, а также посетители нашего сайта. Меня зовут Петр, и сегодня, продолжая видеообзоры стационарных игровых приставок Dendy, я расскажу вам о следующем, о настоящем джуниоре, это Dendy Junior со слоником. Именно с этой приставкой у большинства и ассоциируется тот самый Dendy, который продавался в 90-х годах. И это правильно, потому что это и есть тот самый Dendy, ну, правда, слегка осовремененный. И эта осовремененность коснулась встроенных игр. Наверное, это является главным достоинством по сравнению с тем Dendy из 90-х. Наличие встроенных игр в количестве 104 штук. На коробке производитель скромно написал «более 100 встроенных игр». И не обманул, их действительно более 100. И что самое главное, все игрушки разные, никаких повторов, в отличие от недавно рассмотренных мною джуниоров от Simbus. Сами игрушки мы посмотрим, когда подключим приставку к телевизору. Сделаем мы это чуть позже. Поставляется консоль вот в такой вот коробке, которая перед вами. Оформленная по всем правилам, я бы сказал, ностальгии. Мотоциклист есть. Dendy Junior название имеется. И даже слоненок с поднятыми пальцами тут же. Так, ну давайте посмотрим, что входит в комплектацию Dendy Junior. В комплектацию входит сама приставка с уже предустановленными играми Dendy, как я уже сказал, в количестве 104 штук. Пистолет. Напомню, на жидкокристаллических телевизорах пистолет не работает, только на старых кинескопных. Адаптер, или по-другому говоря, блок питания. Два джойстика. Джойстики с широкими разъемами. Еще маленький плюсик по сравнению с симбусскими приставками. У этих джойстиков, у обоих, имеются кнопки старт и селект. В отличие от симбусских приставок, где один джойстик с этими кнопочками, другой облегченный, то есть без них. Шнур низкочастотный. Проще говоря, колокольчики для подключения приставки к телевизору. Инструкция по эксплуатации. А также гарантийный талон. Гарантия 6 месяцев. Внешний вид приставки – это приставка Dendy Junior из 90-х годов. А чтобы мы не сомневались, нам в помощь наклейка на нижней части корпуса с надписью Dendy Junior, ну и слоник, конечно. Имеется кнопка включения-выключения приставки, кнопочка Reset есть, разъем для картриджа, спрятанный за крышечкой. Приставка работает таким образом. Картриджа нет, запускается при включении встроенной игры. Картридж есть, запускается картридж. По бокам, справа и слева, посадочные места для джойстиков. Так, да, на переднем торце имеются два разъема для джойстиков, естественно. Левый это первый джойстик, правый это, соответственно, второй джойстик. На задней панели колокольчики, белый и желтый – это низкочастотный выход на телевизор. Красный колокольчик – это выход высокочастотный на телевизор, антенны, то есть. Ну и, естественно, вход для подсоединения блока питания. Так, ну что ж, с внешним видом приставки мы познакомились, а сейчас давайте пойдем к телевизору, посмотрим игрушки, имеющиеся в Dendy Junior. Подключаться я буду, как обычно, к достаточно большому телевизору диагональю 42 дюйма. Итак, к телевизору. Итак, мы вместе с вами, а также вместе с телевизионной игровой приставкой Dendy Junior уже около телевизора. Приставочку я подсоединил уже к телеку, как вы видите. Подсоединил ее в сеть, а также успел включить. После включения появляется вот такая заставка с надписью 104 в одном. Нажимаем старт на джойстике и попадаем в список игрушек. 104 в одном, как вы видите. Пролистываем на последнюю страницу, действительно 104. Ну а теперь давайте потихонечку каждый листик посмотрим, убедимся, что игрушки здесь все оригинальные. Ну и заодно позапускаем с каждого листа по игре. На первом листе Battle City. Танчики. Не устаю повторять, что только ради этой игры многие покупают заново эту приставку для того, чтобы окунуться в мир прошлого и погонять в танчики. Нажимаю Reset.
Второй листик. Так. Ну, допустим, Galaxian. Тоже многие знают. Вроде бы очень простой геймплей у этой игры, но настолько затягивающий, что даже сейчас с удовольствием в нее играешь. Так, нажимаю Reset. Так, на третьем листе. Давайте Lode Runner. Ну, Lode Runner, я уже не раз признавался в любви к этой игрушке. Я думаю, многие со мной согласятся. Это хит. Оп, своруем у нее кучку золота. Ну, вот так вот бегаем по уровням, собираем золотишко. Как соберем все кучки, появятся лестницы, мы перейдем на следующий уровень. Ну, а сейчас ресет. Так, какая у нас там четвертая страница? Ну, давайте в Робокопа немножко побегаем. Нажимаем Reset. Если хотите поподробнее посмотреть, что здесь в списках находится, делайте паузу на видео и просматривайте. Так, пятая страница. Ну что у нас? Марио, конечно, есть. Ну давайте контру. Это тоже игра, в которую можно играть бесконечно. Ну, я думаю, дальше показывать игрушки встроенные нет смысла. Если захотите, сами их просмотрите более подробно. А я на этом знакомство с этой игровой приставкой буду заканчивать. Давайте подведем итоги. В обзоре у нас была сейчас приставка Dendy Junior. Это единственная на сегодняшний день приставка, выходящая под этим именем. Остальные имеют имена, ну, созвучные с юниором, так или иначе склоняются, но без всяких дэнди. Честных встроенных игр 104, как обещал производитель, написав на коробке без обмана, как мы помним, более 100 встроенных игр. Тут стоит отметить, что недостающие игры, которых нет во встроенных, вы всегда сможете у нас дозаказать, извиняюсь, в магазине. Ну, предположим, здесь я вот заметил, что нету чипы Дейлов, которые, ну, совершенно сумасшедшей популярностью пользуются. Но вы их сможете у нас дозаказать к этой приставке, когда будете, в общем-то, делать на нее заказ. Имеются в комплекте пистолет и два джойстика. Тут опять напоминаю, что пистолет на жидкристаллических телевизорах не работает. Низкочастотный в комплекте имеется. Ну и в заключение выскажу свое мнение, что на сегодняшний день, если вы хотите по полной поностальгировать, окунуться в мир детства, порадовать своих детей интересными играми, а может быть даже, ну, чем черт не шутит, сделать оригинальный и недорогой подарок своим друзьям, то Dendy Junior, которая была у нас сегодня в обзоре, это лучший выбор. На мой взгляд, не стоит метаться между многочисленными модификациями этих приставок. Dendy уже находится перед вами. Те, кто заинтересовался Dendy Junior со встроенными 104 играми на борту и хочет узнать актуальную на сегодняшний день цену, может перейти по ссылке, которая расположена ниже. Перейдя по ней, вы попадете к нам на сайт Portable Games SPB на страничку с этим товаром. Ну и при желании, естественно, сделать заказ Dendy Junior со 104 встроенными играми. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих роликах. Подписывайтесь на наш видеоканал. С вами был Петр. Всем пока.